Здравствуйте! Самый крупный улов приморских сетей сейчас в эфире ОТВ. О последних новостях интернета расскажу я, Анастасия Ярошенко. Запрягай карету. В Приморье нашли новый, высокотехнологичный способ передвижения. Что, помощь нужна? Все нормально? Да. Дотянешь? Что, бензин закончился? Понял тебя. Ну да. Ну хорошо, с такой подругой по жизни не пропадешь. Слушайте, так вот он, велосипед с моторчиком. Этот мужчина неплохо устроился. Кажется, его подруга тоже всем довольна. Можно только гадать, куда везут мужичка и с какой целью. Приморская смекалка и в следующем видео. Вот так уссурийские парни делают на даче ремонт. Так вот народ находит выход из положения. Один палкой по спине бьет, другой на одной жердочке стоит. Вот оно, настоящее доверие. А не все эти ваши ванильные картинки в социальных сетях. Сразу видно, мужчина в прямом и в переносном смысле полностью полагается на соседа. А техника безопасности, она для тех, у кого нет настоящих друзей. И фото недели. Здесь у меня для вас целая подборка. Жители Владивостока все-таки нашли эффективный способ латания дыр на дорогах. Привлекают внимание эксцентричными выходками, а потом выкладывают снимки преображенных ям на дорогах в социальные сети. Несколько тысяч лайков, сотни комментариев, и буквально через пару дней дыры исчезают. Жители краевой столицы довольны. Напоминаю, что мы ждем сообщений от мобильных репортеров ОТВ Прим. Ими можете стать и вы. Отправляйте сообщение в WhatsApp по номеру, который сейчас видите на экране. Или пишите на мою личную почту. С вами была я, Анастасия Ярошенко. Удачи!